Hey guys, с вами Алиса, и сегодня я начинаю серию видео «Неделя влогов». Я думаю, что вам будет очень интересно. Сегодня понедельник, январь 4, первый день в школе после каникул. Да, мы начинаем уже 4, а не 11, как в России. И сегодня у меня очень много планов. И я хочу вам все показать и рассказать о моем дне. Урок у меня уже начнется буквально через 4 минуты. Первый у меня урок испанский. Сейчас я буду там мой блинчик, вода с лимоном и витамины. Jackson, it was not the quote about knowing your front ends and trouble begins today. Today it was about potatoes. The same water that softens a potato hardens an egg. I don't even know what to say about that. That works. Nick, you alive? Oh, there we go. There's a hat. It could be someone pretending to be Nick. Dormiste en la casa, Nicolás. Bien, decoraste tu árbol de Navidad, Mary. Fuiste a las montañas, Elisa. Bien, viste muchas películas, dormiste mucho, fuiste a Arizona. No, because if I say Russian, Elisa, it's not going to sound Russian. It's going to be terrible. You kind of have to say it with this weird accent, and then it kind of makes sense. But it's then diesel has 10 weapons, eh? Like, he has 10 weapons, eh? So it goes down. Van Diesel has, right, has 10 weapons, like weapons, eh? I don't know, it's kind of weird. But anyway, it'll help you, I promise. So you go down, so it's Van Diesel has 10 weapons, eh? Сейчас нам дали задание, на котором нужно будет просто самим поработать. Вот так оно выглядит. Две странички. Оказалось, что мы можем даже отключиться от нашего звонка Teams Call. И сейчас я быстро сделаю это заданием. Я люблю делать именно OneNote, а на iPad это iPad моей сестры. Но иногда мне разрешают взять. Сейчас я уже зашла на второй урок. Это урок истории. Сейчас жду начала урока. And so therefore, makes total sense to me that at the press conference, they could gain a great deal of sympathy. The only answer is war. And the Soviet Union, I think, realizes that they'd probably lose the war. That's if they back down and eventually lift the blockade. But in the meantime, like as this is all playing out... Ко мне пришла кошечка. Муни. Моих казанов. Guys can stay in parts of Western Germany if we get to keep some of Eastern. У меня почти закончился второй урок истории. Сейчас мы проходим Cold War, холодная война. Based on our discussion today. Это будет наша timeline. But it's just about break time, so. Сейчас у меня уже перерыв, наконец-таки перемена 20-минутная. Я, скорее всего, доделаю испанский, потому что не хочу делать как домашку. И на третьем уроке я иду на свой braces appointment по поводу брекетов. Я не знаю, что они мне будут делать. Они сказали, обычно я хожу туда после школы, ну, типа, просто на минут там 20 максимум. А сегодня они сказали, что в этот appointment тебе нужно будет прийти раньше, то есть во время школы, и еще на 40 минут. Я не знаю, что мне будут делать. Так что посмотрим. Сейчас я уже прям бегу на брекеты, потому что я опаздываю.
сейчас я уже на appointment. Так выглядит здание. А наши дома буквально через вот эти вот, за этими деревьями. Я сама хожу пешком. Есть такие маленькие домики, в которых разные компании и так далее. Сейчас я уже дома. Уже зашла на свой урок. Сегодня они мне поменяли резинки. Видите, мне такие не очень нравятся, ну ладно. Потом они сняли мне 3 брекета и поставили их заново, только в правильном расположении по отношению зуба. То, что было очень интересно. И мне сказали, что, скорее всего, мне осталось всего лишь 3 аппоинтмента до того момента, когда мы начнем, типа, все уже потихоньку, типа, снимать. Так что I'm so excited. А сейчас у меня 3-й урок. Advanced Health. All right, everybody, if you could head back to your spots, if you're online, if you could... Кошечка, пришла Муночка навестить меня. Ждем 4-го урока алгебры. У меня только что закончился мой последний урок, 4-й алгебра. И немножко устала, потому что первый день в школе непривычно. И сейчас я быстро села домашнее задание. Оно не очень большое. Я просто несколько страничек на iPad. Вообще, ну, в принципе, просто мы просто начали новую тему. Также я, может быть, начну доделать испанский. И все, у меня только алгебра и испанский, так что все. Также сегодня я еду забирать свою spiritwear. Это типа толстовки, кофточки с, например, школа и спорт. То есть это у меня CBS Lacrosse. Так что будет интересно. Сейчас я буду делать лакросс. А на улице прохладнее. Я даже не думала, что так холодно, хотя я выходила в брекеты. Но сейчас будем заниматься. Сейчас мы вместе с моим папой едем забирать мою форму. Точнее, это не форма, а spiritwear. Толстовки с надписью CBS Lacrosse. School bus. Дяденька пишет в шортах. Вот это middle school, Holicon middle school. Она меньше, а вот прям дальше моя high school.
Я в эту не хотела, я хотела в другую, но это тоже относится к сибиризму. Стояло две машины, я просто подошла и взяла пакет. И здесь не все вещи, которые мы заказывали, а только несколько. Скажи, что нам... что мне вообще пришло? Первое, это такая просто белая кофта. Ничего особенного с надписью. East Lacrosse. И я ее просто одела с красными леггинсами. Следующее это черное с надписью Central Bucks East Lacrosse и с маленьким значком East. Тоже я делаю ее с красными леггинсами. Супер кьют. Это даже поменьше, чем та. Я не знала, какие размеры, поэтому я взяла все M-ки medium. И примерно точно такая же белая, которая обязательно. У меня есть точно такая же в меньшем размере. Я думала, что она будет не такая большая. Она просто какая-то огромная. Ну ладно. Who cares? Она также и CBS Lacrosse. В ней мы будем ездить на игры. Будем надеяться, что мы все-таки получим наш сезон. А сейчас уже вечер, и я просто смотрела кино и ничего уже не делала, потому что я сделала все уроки и была готова к завтрашнему дню. А вам всем огромное спасибо за просмотр, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, я очень сильно вас люблю. Так что всем пока-пока, ждите влога со вторника.